В Турции в это воскресенье пройдут президентские выборы. На пост главы государства претендуют три кандидата, среди которых Тайип Эрдоган, премьер-министр страны и глава правящей партии «Справедливости и развития». Он рассчитывает одержать победу уже в первом туре. Его основной соперник – 70-летний Экмеледин Ихсаноглу, единый кандидат от главных оппозиционных партий Турции. Он выступает в защиту светского государства в соответствии с принципами Ататюрка, основателя Турецкой республики. Третий кандидат – сопредседатель прокурдской народно-демократической партии Селахаттин Демирташ. Ему 41 год, по профессии он адвокат и выступает за этническое, культурное и языковое равноправие в стране. Турецкие курды надеются, что с избранием нового президента в стране наступит спокойствие. «Я живу в Диарбакыре. Надеюсь, что президентские выборы принесут мир нашему городу и нашей стране. Надеюсь, что новоизбранный президент остановит кровопролитие. Это все, чего бы мне хотелось». Предстоящие выборы впервые пройдут в форме прямого голосования. До сих пор президент страны избирался парламентом. «Думаю, что президент, который будет выбран, должен относиться одинаково ко всем людям, независимо от их религии, языка или национальности. И все политические партии для него тоже должны быть равны».